привет! С вами Fashion TV и я, Оксана Соловьева. Сегодня в Event Hall Triumph состоится 10-я юбилейная церемония награждения пара года Best, где будут названы имена самых ярких и успешных пар российского шоу-бизнеса. Идеальная пара, какая она для вас? Которая символизирует олицетворение друг друга, растворяются в друг друге и любят, конечно. Безусловно, должна быть семья, которая искренне чувствует друг друга и как-то должны любить по-настоящему. Во-первых, хорошая пара, любящие друг друга и все успевающие, такие сверхлюди, наверное. Александр, идеальная пара, кто она? Любящая, красивая, известная. И всегда дающая пример другим парам. Идеальная пара – это же не внешний фактор, да? Это внутренний мир, понимаете, да? Это умение смотреть и иметь общие цели, и уметь смотреть одинаково вперед. Просто надо научиться уступать друг другу. Уважение. Мне кажется, самое главное в любых отношениях – это именно уважение. Идеальная пара – ну, это когда все пазлы сходятся воедино. Это когда есть любовь, есть семья, дружба. Наблюдаю, например, пару Володи Преснякова и Наташи Подольской. Вот для меня, вот они стоят, вот для меня это идеальная пара, потому что я просто вижу, как они любят друг друга. Это просто потрясающе. Пусть у каждого будет свой идеал этой пары. Главное, любовь, которая заряжает, дает возможность превратить даже самый заурядный день в прекрасный. У вас есть какие-нибудь фавориты в российском шоу-бизнесе, вот пара, которая вам прям нравится? Мне нравится Елена Летучая с мужем. Помимо вас, кто еще идеален в нашем шоу-бизнесе? Наталья вот идеальна. А пара? И я. Мне все пары нравятся. Например, мне очень нравится пара Пресняковых. Мне кажется, да, такая вот какая-то вот в них полная гармония и идиллия. Для вас кто является такой красивой парой в нашем шоу-бизнесе? Для меня, безусловно, это Володин родители. Кто? Твои родители. Ну да, для меня тоже. И, конечно же, Леня с Машей Варум. Леня Агутин с Машей Варум. Почему Центр красоты и здоровья Best решил поддержать премию «Пара года Best»? Для нас красота и гармония пары – это главное, что может эту пару держать рядом. Эти люди дополняют друг друга, они всегда органичные, они друг друга поддерживают, симпатизируют. Поэтому мы решили поддержать эту премию. Ты сегодня получаешь премию «Красота баланса». Расскажи, в чем секрет? Моя премия «Красота баланса» так названа, потому что я являюсь сама автором данной программы, которая позволяет стать людям счастливыми и раскрыть свой потенциал. Вы сегодня представляете коллекцию свою, поздравляем вас, желаем удачи. Спасибо. А чего ждать от коллекции, расскажете? Я начну с того, что я очень рада представлять свою коллекцию именно в городе Москва. До этого я была в Нью-Йорке, в Краснодаре, в Сочи. Я очень рада, что я представляю именно ее здесь и именно в таком формате. Красный, у меня везде красный, это линия, да, это красный, это страсть. Поздравляем вас с очередным прекрасным мероприятием. В чем отличие премии «Пара года» от остальных? Отличие, безусловно, это «Пара года», потому что мы обычно награждаем «Прорыв года», «Звездные мамы», стиль одного человека, а здесь у нас приз получает пара. А это труднее выбирать «Пара года», чем одного человека? Тут двое все-таки. Для меня легче. Какая-то очень теплая атмосфера, такая семейная, что Оксана своим таким женским обаянием, какой-то гармонией, она вот объединяет действительно в разных жанрах, да, людей. И всем весело, всем хорошо. So, how are you? I am very fine. Happy to be in Moscow. Do you like Moscow? Yes, yes, yes. But now it's a big change for us and for me. Minus 20 degrees. Do you have some friends in Moscow? Maybe some couple? I'm planning on making friends. Nice place. Yes, why not? Tonight, nice couples too. Of course, to try to introduce a little bit Manufacture Royale to the people here.
Несмотря на морозную погоду, гостям церемонии удалось почувствовать настоящую весну. Ведь здесь сегодня собрались самые яркие и романтичные представители российского шоу-бизнеса. Номинанты получили не только заветные статуэтки, а также роскошные подарки от партнеров церемонии. С вами была Оксана Соловьева. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. Thank you.